Проспект Химиков – главная городская артерия. Планы грандиозные. Реконструировать планируется отрезок от Бакиюр-Манчи до 30 лет Победы. Почетной стороне в порядок приведут участок от сквера Лимаева до проспекта Строителей. Ну а после реконструкции переместится уже на нечетную сторону проспекта Химиков. И уже отсюда продлится до пересечения с улицы 30 лет Победы. А вот то, как будут проходить работы и что должны поменять, обсуждали здесь в техникуме нефтехимии и нефтепереработки. Старшие по домам, председатели СТОС и активные жители. Порядка сотни человек решали, каким они видят променад. У каждого из шести групп, а именно столько круглых столов организовали, свой план, свое видение, свои проблемы. Сама территория заросла старыми деревьями. Там бы нужно произвести санитарную обрезку деревьев. Засилие магазинов и нехватка парковочных мест, плохие пешеходные дорожки и отсутствие освещения. Комиссия во главе с мэром тут же брала замечания горожан под карандаш. Уважаемый Баландин, на заметке у него было, обещали нам, а на проспекте Строителей сделали опять виноводочный магазин, алкомаркет и цветочный. А у нас в микрорайоне нету аптеки. Вспомнили реконструкцию Бакиюр-Манчи. Предложение по благоустройству поступило от жителей 30-го микрорайона. Мы предлагаем на пересечении Химиков и Бакиюр-Манчи здесь место, вот, облюбованное жителями нашего города. Я бы здесь установил памятник Бакиюр-Манчи все-таки. Вот наш... За полтора часа нижнекамцы представили все свои идеи. Многие из них удастся реализовать. Власти услышали. Обсуждение продолжится в марте. Следующая встреча, она будет вот по уже тем вопросам, которые вы предложили, на которые мы уже с точки зрения планировки выполним, нарисуем, что называть, обобщим все четыре, по-моему, у нас, да, получилось групп? Шесть групп, и потом дальше будем обсуждать. Очень много вопросов было по дворовым территориям, то есть мы здесь будем работать в комплексе с программой «Наш двор», вот, и совместно идти и благоустройством проспекта Химиков, и программой «Наш двор». Реконструкцию проспекта Химиков продолжат обсуждать в марте. Ну а уже завтра здесь, в 13-й гимназии, поговорят о реконструкции улицы Кайманова. Также в эту пятницу проектные семинары пройдут в ДК «Мирас» на Красном Ключе. Там расскажут о будущем экопарке, о Сухаревском сельском поселении, поговорят о строительстве нового сквера. Кирилл Давкаев, Ахри Исламов, Новости НТР.